Чтобы приготовить ленивую запеканку в банке, в глубокую миску нужно поместить мягкое сливочное масло, добавить сахар и щепотку ванилина. Тщательно взбить венчиком, чтобы масло с сахаром хорошо соединилось. Добавить одно крупное куриное яйцо и снова взбить венчиком. Далее добавить творог и кукурузный крахмал. Хорошо взбить венчиком, чтобы масса получилась как можно более однородной. В готовую творожную массу добавить заранее замоченный и просушенный изюм. Хорошо перемешать ложкой. Разложить творожную массу в баночки. Обязательно оставляйте свободное место для увеличения запеканки во время готовки. Поставить баночки в микроволновую печь на 5-7 минут при мощности 600 Вт. Баночки с готовой творожной запеканкой аккуратно достать прихватками из микроволновой печи. Подавать творожную запеканку можно с медом, вареньем, сметаной и так далее. Попробуйте, это очень вкусно!